9 марта из Десногорска в Смоленск выехала машина с гуманитарным грузом. Жители города присоединились к всероссийскому движению по оказанию помощи людям, пострадавшим от боевых действий на территории Украины. Одежда, продуктовые пайки, детское питание и средства гигиены – все необходимое для устройства быта тех, кто вынужденно покинул родину, добровольцы муниципального волонтерского штаба собирают в Центре культуры и молодежной политики. Здесь организован пункт сбора продовольствия и вещей, куда ежедневно приходят небезразличные к чужому горю люди. Помощь пришла и от администрации Десногорска, образовательных, спортивных, культурных, социальных учреждений и от предприятий города. В списке критически необходимых вещей значились подгузники и средства для ухода за детьми, и большая часть груза отвечала этой потребности. А 6 марта десногорцы оказали участникам боевых действий моральную поддержку. Одиночные пикеты «За мир» прошли по всему городу. Уступающих можно было увидеть в 4 точках на центральных улицах. Пикетчики сохраняли полное молчание, но красноречивы были их плакаты. Под хэштегом читались всего 2 слова: «За Россию», «За мир». Ксения Лошкова, Виталий Степанов, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.